Второй решала срывает кассы по всей России. Продолжение нашумевшей бурятской криминальной драмы собирает зрителей больше, чем голливудские блокбастеры. Картина с бюджетом в 7 миллионов рублей окупится уже на этой неделе. Кассовые сборы, по некоторым прогнозам, достигнут 15 миллионов рублей. В Чите по просьбам зрителей показ фильма продлили до 19 августа. Лентой уже заинтересовались прокатчики в Израиле и США.